Здравствуйте, это программа «День города». О главных новостях этого дня вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Проблема больших городов – как спастись от мусора. В путь-дорогу рязанская семья придумала необычное путешествие. Учат в школе, как в игровой форме научить школьников правилам дорожного движения. Новый мир сталкивает нас с новыми проблемами. За последние 20 лет появилась новая сложность, которую люди сотворили себе сами. Это мусор. С годами его не становится меньше, и сейчас он просто гниет на свалках. Стоит ли говорить, как это сказывается на экологической ситуации? Для решения этой проблемы во всем мире проходят акции по раздельному сбору мусора. Рязань исключением не стало. 26 мая, суббота. На одной из улиц города с 10 часов дня стартовала акция по раздельному сбору мусора. Преимущественно люди приносят именно макулатуру. Однако есть картон и изделия из пластика. Что примечательно, никакой материальной награды они за это не получают. Все участники акции понимают, что они занимаются полезным делом, дают старым вещам вторую жизнь. Один из участников этой акции – Елена Шишкина. Сейчас она работает в экологической организации Greenpeace. Девушка была у истоков зарождения акции по раздельному сбору мусора в Рязани. С тех пор я собираю раздельно. Вижу в этом много смысла, потому что из всего того, что собирается раздельно, можно потом делать новые продукты, новые товары, новые вещи, то есть, чтобы зазря материалы, ресурсы не попадали. Акция продлилась всего 2 часа. По словам организаторов, участников обычно мало. При всей своей полезности движение это не очень популярно. Собранное вторичное сырье отправляют на сортировочный пункт. С каждой акции получается примерно 200 килограмм макулатуры и 40 килограмм твердого пластика. Организаторы акции отмечают, что называть все это мусором неправильно. Корректное название – это вторичное сырье. Ведь всему собранному можно подарить не одну новую жизнь. Бумага превращается в простой или белый картон, а макулатура станет туалетной бумагой. Пластиковые бутылки называют PET-бутылками. Они разделяются по разным категориям. PET-бутылки могут стать как новой тарой, так и флаконами для чистящих и моющих средств. У бумаги до 7 раз ее можно перерабатывать, но туда же можно добавить еще первичную целлюлозу. То есть она сокращает количество вырубаемых деревьев первичной целлюлозы. То есть в любом случае собрана бумага, это гораздо даже уже несколько раз переработано, это гораздо лучше, чем ее просто выкинуть. Ирина Куликова рассказала, что существует несколько ошибочных мифов, связанных с раздельным сбором мусора. Например, что собранную макулатуру везут не на сортировочный завод, а на свалку. Однако на сортировочном центре можно лично убедиться в том, что это не так. Еще очень большой миф по поводу того, что нет перерабатывающих предприятий в России. Их очень много, очень много. Они могут быть разного как бы производительности, могут быть маленькие, которые у вас могут стоять абсолютно в соседнем гараже, и вы даже можете об этом не знать. Могут занимать большие территории, такие как РЗ, это мегамагнат переработки, допустим, картонных изделий и так далее. Сейчас на улице возле сортировочного пункта стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. По словам Ирины Куликовой, экологическая организация ждала их довольно долго. И теперь, когда они появились, их установят в 22 дворах города до конца мая. Акция по приему раздельного сбора мусора проводится в Рязани каждую субботу с 10 до 12 часов. Место проведения можно узнать в группе в социальных сетях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Необычное путешествие придумала рязанская семья – объехать всю Россию на «Газели» от Рязани до Дальнего Востока. Такова идея поездки, которая стартует уже 1 июня. Подробнее расскажет Мария Рудая. Вместе далеко. Такой необычный стартап решили воплотить в жизнь супруги Невинские. Мама Юля, папа Кирилл, 2 сына – Даниил и Платон. И лучший друг – собака Эля. Вот и весь дружный экипаж. Машина «Газель» станет домом для целой семьи на несколько месяцев. Мы очень долго думали, много читали, смотрели там всяких видео, отчетов других людей, которые путешествуют, особенно иностранцы. У них вот это вот некий one life стиль, да, когда люди садятся в автодом и уезжают, и они не путешествуют, они живут так. Мы смотрели, мечтали, думали, блин, как прикольно, как классно, ведь у нас же тоже так можно, тем более наша страна позволяет, и столько мест красивых, и территория большая. Юлия и Кирилл решили бросить все и отправиться в семейное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Муж-инженер спроектировал машину для таких долгих походов, но самое интересное, что сделали ее практически бесплатно. Разные отечественные компании на правах партнерских отношений. Путешествие в стиле One Life стартует уже через несколько дней. Мы поставили зимой дату 1 июня, что мы 1 июня стартуем. Выложили первый ролик на Ютубе и написали о том, что мы уедем независимо ни от чего. То есть, будет ли у нас машина готова, не будет ли. У нас тогда машина была просто «Газель», голый кузов. Вот, скажем так, этого ничего не было.
И мы даже не знали, как мы это будем реализовывать. Но я супруге сказал, Юльке, что если что, я за неделю просто пойду на рынок строительный, куплю там досок, сколочу нам какие-нибудь там кровати внутри, и мы все равно поедем. Выйти из зоны комфорта, уйти с работы и отправиться в путь. Только дикая природа, авто и любимая семья. При этом Юлия признается, младшего ребенка, Платону чуть больше года, совсем не страшно брать с собой. Все страхи у нас в голове. Мы, в принципе, рассматриваем эту поездку не как там очередной отпуск, не как просто съездить, отдохнуть и вернуться домой. А хотим попробовать кардинально изменить направление нашей текущей жизни, то есть попробовать именно жить не закрепленно где-то в городе, в квартире, а постоянно просыпаться в разных местах, в общем, наблюдать постоянную смену там картинок, пейзажей. Сейчас в машине Невинских есть все для полноценной жизни. Кухня, душевая кабина, в скором времени плита займет свое место в кухонном уголке. Две вместительные кровати. В общем, фургон мечты. Интересно, что у ребят нет карты маршрута. Они не хотят заранее загадывать. Известно одно, путь будет не близкий. От Рязани до Дальнего Востока. Для всей семьи это формат новой жизни. Они обещают подробно рассказывать о своем путешествии в социальных сетях. Мы также будем следить за увлекательным походом наших земляков. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сезон ремонта дорог открыт. Уже завершилось строительство дороги Рыбная, Пальная, Пионерский, Большое, Жоково. Граница района. Протяженностью около 3,5 километров. Завершен ремонт участка протяженностью более 4 километров дороги Спас-Клепики, Рязань. Ремонт дорог в Рязанской области продолжается. В данный момент работы проводятся на трассе Ряжск-Касимов-Нижний Новгород протяженностью 4 километра в Касимовском районе и на трассе Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Донков-Ефремов протяженностью свыше 10 километров в Рязанском районе. На дорогах Спас-Клепики-Рязань, подъезд Поляны и Ряжск-Касимов-Нижний Новгород проводится ремонт с нарезанием карт. Это один из наиболее эффективных и долговечных способов ремонта дорожного полотна. Технология состоит в том, что поврежденный участок покрытия удаляется, а это место заполняется асфальтобетонной смесью. При соблюдении правил технологии ямочного ремонта отремонтированные участки дороги прослужат еще многие годы. На трех участках трассы Рязань-Пронск-Скопин в Пронском районе ремонт только начинается. Пока в Рязанской области ремонтируют дороги, в самом городе автомобили просто стоят. Чаще всего пробки образуются на Северной окружной. Трехкилометровая пробка образовалась из-за ДТП на Северной окружной. В аварии столкнулись 3 автомобиля. По сообщениям очевидцев, машины получили механические повреждения. Водители утверждают, что скорость потока в сторону города составляла не больше 10 км в час. Напомним, что это уже не первый случай, когда дорожно-транспортное происшествие стало причиной пробки на Северной окружной. Сотрудники ОМВД России по Рязанской области пресекли распространение наркотических средств. Так, в ходе мониторинга сети интернет, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани обнаружили подозрительную активность, очень характерную для деятельности по распространению наркотических средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к такого рода преступлениям может быть причастен ранее судимый 27-летний рязанец. Мужчину задержали на улице Нагорной в тот момент, когда он пытался спрятать в импровизированный тайник небольшой предмет. Это оказался самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Как позже установила экспертиза, вещество, обнаруженное в контейнере, является синтетическим наркотиком. При осмотре квартиры, где проживал злоумышленник, сотрудники полиции обнаружили коробку с такими же самодельными контейнерами. Всего у мужчины изъяли более 4 грамм наркотических веществ синтетического происхождения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый заключен под стражу. Читать и писать научат в школе, а вот обучение основам правил дорожного движения лежит на плечах родителей и ответственных педагогов. Притом преподают это по-разному. Кто-то в виде скучного занятия, а другие в виде интересной игры. Притом последний вариант, по словам некоторых учителей, куда сильнее запомнится детям. Каникулы на старт. Именно так называется мероприятие, инициированное школой номер 8, городской администрации и госавтоинспекции по Рязанской области. Спортивный игровой праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. Можно смело сказать, что акция стала традиционной. Она проводится уже второй раз. Инициатор – преподавательский состав 8-й школы, а госавтоинспекция с радостью поддержала эту
идею. Праздник по безопасности дорожного движения, в том числе, направленный на то, чтобы напомнить детям еще раз о правилах безопасного поведения на дороге. Дети проходят все станции, где вспоминают правила дорожного движения для пешеходов, конечно же, для велосипедистов. Детям предстоит в игровой форме пройти несколько станций. Это и викторина, и дорожные знаки, а также решить кроссворд и даже проехать по дороге. С этой парковки ты должна проехать, вот, например, к концертному залу, вот на эту парковку. Поехали. Дети от такого мероприятия в восторге. Директор школы сообщила, что обучать и напоминать правила дорожного движения куда лучше в игровой форме. Так школьникам не только понравится, но и запомнится. На станции там в развлекательных целях показывают правила дорожного движения. Мне очень нравятся все задания, конкурсы. Это очень прикольно сделано. Оно такое подвижное, познавательное. Понравилось. То есть ты не будешь знать правила дорожного движения, тебя может сбить машина, например. Наши как бы знаки я вспоминаю какие, разукрашиваю, мне тоже понравилось. Вот. На вопросы отвечать тоже понравилось. Очень хорошо, но интереснее, что-то новое познаю. Мероприятие «Каникулы на старт» проводится не только для учеников младших классов. Старшеклассники состязались в спортивных соревнованиях и эстафетах. Старшие дети у нас играют в волейбол, и они выполняют нормативы комплекса ГТО, что тоже очень важно для именно школьников старшего возраста. Когда человек, школьник, выполняет нормы ГТО на знак отличия, на бронзовый, серебряный или золотой, то это дает льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Поэтому мы посчитали, что это очень важно. Такие испытания предложить. Прыжки в длину, бег на 30 метров и пресс – это только часть этапов, в которых поучаствовали старшеклассники. А на спортивной площадке они играли в волейбол. Судьями у них выступали студенты вуза. Ребята говорят, что школьники показали хорошие результаты. В завершении спортивного праздника прошло награждение победителей и участников. Помимо знаний, дети получили массу впечатлений и заряд бодрости. Ольга Игнатова, директор школы, сообщила, что в следующем году они планируют увеличить мероприятие и включить больше школ-участников. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 29 мая в Рязани начался зональный тур 14-й летней спартакиады «Роснефти». Первые соревнования корпорации состоялись еще в 2005 году и были приурочены к 10-летию компании. С тех пор спортивные состязания стали доброй традицией нефтяников. В спартакиаде участвуют не только рязанцы, но и их коллеги из других городов. Цель соревнования – это привлечь работников к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физической культуры и спортом. Они работают днем и тренируются вечером. На площадке стадиона «Спартак» разминаются команды из Удмуртии, Саратова, Москвы, Орла, Рязани и Украины. Сегодня они не операторы технологических установок или лаборанты, а спортсмены, которым предстоит защитить честь родного предприятия. Всего в зональном туре 14-й летней спартакиады «Роснефти» участвует более 250 человек. Они покажут свои силы в 11 видах спорта. Рязань принимает зональный тур корпоративной спартакиады в пятый раз. Спорт должен занимать одно из основных мест, потому что люди спортивные, они показывают хорошие показатели в работе. Вообще «Роснефть» уделяет большое внимание спорту. Мы арендуем спортивные площадки, проводим различные соревнования. Сергей Топильский, спортсмен из Саратова, говорит, что совмещать тренировки и работу было непросто. Сначала завод, потом стадион. Однако Сергей не жалеет. Говорит, наоборот, это движение к здоровому образу жизни. Во-первых, это физическое развитие, то есть как для себя, для здоровья, это очень полезно. И охота, конечно, быть первым всегда. Мотивирует спорт, мотивирует желание быть первыми, поэтому, опять же, готовимся на результат, и поэтому приехали сюда. Екатерина и Сергей – представители команды из Саратова. В прошлой спартакиаде они заняли 4-е место. Сегодня в легкоатлетической эстафете на 400 метров у девушек и 1600 у юношей они показали результат куда выше – 3-е и 2-е место соответственно. Рязанцы показали похожий результат – 2-е место в женском и 3-е в мужском. Однако эстафета – это только часть корпоративной спартакиады. Спортсменам-нефтяникам предстоит показать себя в баскетболе, волейболе, настольном теннисе, силовом двоеборье и в других видах спорта. Остается пожелать участникам успеха в спорте и болеть за спортсменов рязанской нефтепереработки. Зарабатывающей компании. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая на территории Рязанской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. Во второй половине дня местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди. В отдельных районах град шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Сотрудники МЧС напоминают основные правила безопасности. Не стоять под рекламными конструкциями и крышами домов,
линиями электропередач и деревьями. По возможности, ограничьте время нахождения на улице. Это были самые интересные новости уходящего дня. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету: будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из 4 прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте караси62.ру. Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52 53 54.